На четвертый день мы приехали в Боржоми и сразу отправились на рафтинг. А выбрала я именно этот вид экстремальной активности, потому что он точно бы подошел всем, даже не умеющей плавать Марине. Вторая причина, почему мы отправились на рафтинг, это, конечно, невероятные виды грузинской природы, которые можно увидеть только с воды. Мотор! Я сразу извиняюсь за пальцы, которые вы иногда здесь увидите. Напоминаю, что весь трип я снимаю на телефон, поэтому главная задача в тот момент была – это удержать его, а отсюда и пальцы. Мы руку набили. Лоплю! Смотри, вот так могу! Вот так. Я не могу передать вам то настроение, те шутки, которые сопровождали нас на протяжении всего сплава. Было очень весело, правда. И даже Марина смогла расслабиться и уже гребла минимум за троих. А своим настроением, мне кажется, мы зарядили даже наших суровых инструкторов. Нам любые дороги, дороги. Нам любые дороги, дороги. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, е-е-е-е. После рафтинга мы отправились в парк Боржоми. Вход, кстати, платный. Но если вы собираетесь подниматься вверх на канатной дороге, то за вход вы уже не платите. Спуститься вниз мы решили по экотропе, которая с приключениями привела нас прямо к источникам. На здоровье!
давайте, девочки. Давайте. Комплимент от заведения. Спасибо. Заведения. Прощайте, подписчики. Немного покажу вам наше жилье на эту ночь. Кстати, самое дорогое за все наше путешествие. Вторую часть тура вы сможете увидеть уже в следующем выпуске. На мой взгляд, Golden Tulip – это самый фотогеничный отель в Боржоми. Само здание было построено еще в 19 веке консулом Ирана в России, и эта восточная нотка очень чувствуется в интерьере отеля. Golden Tulip очень удобно расположен. Во-первых, он стоит у самого входа в центральный парк Боржоми. Во-вторых, из этого отеля вам будет удобно добираться до любого ресторана или кафе или передвигаться по местности. В цену проживания был включен спа-сеанс, и это была очень хорошая идея после дороги и активного дня. Также хочу отметить очень доброжелательный персонал отеля. Помимо своей вежливости, сотрудники по многим вопросам пошли нам навстречу. Поэтому реально очень искренне могу вам рекомендовать этот отель для проживания.